Первая информация о резком подорожании масок появилась в социальных сетях. Вот фото двух чеков. На одном – стоимость маски сегодня, на другом – неделей ранее. Согласно чекам, цена взлетела почти в 3 раза. Мы решили проверить ситуацию сами и зашли в несколько аптек. Ситуация действительно критическая. Ни в одной из посещенных аптек в наличии их не оказалось. Скупают все постоянно. Но скоро поступит, потому что очень сильный наплыв людей. И по несколько десятков штук сразу берут. В аптеках обещают поставку в ближайшее время. Удивляются невиданному ажиотажу, но цены называют прежние. 50 рублей за упаковку из 5 масок. Люди же на улицах сами дают ответ на вопрос, почему маски так востребованы. Сталкивалась вчера, я зашла вот в Ригу, хотели купить маску, попросили, а масок нет. Пользуетесь масками для профилактики заболеваний? Пользуюсь, но... Все было у меня достаточно. Чеснока надо больше есть. Верно. Масками пользуюсь, но в аптеке не покупала. То есть у меня есть свои с того года. А вообще какие меры профилактики используете? Оксалиновая мазь. Самое, мне кажется, противовирусное средство, которое такое из бюджетных средств и действующее. Действительно, пренебрегать профилактикой сейчас не стоит, учитывая сезонность заболеваний. Но и в случае отсутствия масок в аптеках паниковать не надо. Используйте другие методы, одевайтесь теплее, соблюдайте личную гигиену, и простуда и грипп обойдут вас стороной.